Доброго ранку. Я продовжую збиратися на Хеллоуін в образі вампіра. В мене вже є зачіска. Для того, аби доповнити її макіяжем, я звернулася до майстра Дар'ї. Всім привіт! Сьогодні я покажу макіяж з елементами аквагрима, який доповнить образ на Хеллоуін. Для цього нам понадобиться тональний крем, красна помада, карандаш для глаз, підводка, тіні для глаз и краски для аквагрима. И макияж мы начнем с того, что мы нанесем тон на кожу. Для этого нам понадобится тональный крем, либо же мы можем взять краску для аквагрима. Далее мы приступим к оформлению глаз. Для этого нам понадобятся темные оттенки теней. Далее мы займемся оформлением губ. Для этого нам понадобится красная помада и черный карандаш для затемнения уголков. Теперь мы будем затемнять уголки губ. Для этого мы берем черную краску либо черный карандаш, наносим в уголки губ и растушевываем. Теперь для дополнения образа мы берем красную краску и будем имитировать кровь на губах. С помощью темных теней выделяем скулы. Наш макияж завершен. С вами была Кочкина Даша. До встречи в новых выпусках.